Так, Что-то мама сегодня позвонила, Андрей. Ничего. Говорит, какая-то знакомая и сказала, что вы домой уже скоро поедете. Ну, что-то говорят Беларусь, потом Смоленск, а потом не знаю ничего. Блять, а зачем вы в Белоруссию и Смоленск? Не знаю, да, ничего не говорят. Вот сейчас мы ждем, пока все уйдут. И это, мы крайне уходим. Я тут маленько это подукрал. Чего? Это косметики вам немножко. Да, ты мой сладенький. Не знаю, там проб... в семью. Там пробники, правда. Ну, ладно. Ну и ладно, это привет с Украины будет, что, нормально. Там кроссовки. Да какой русский человек не сопрет ничего, ты что? Кроссовки потом женские, но они НБ, они фирменные, тут все нормально. 38-й размер. Ну, Софья, пусть Софья. Ну, там синие, они вообще классные, они, это, тут все качественное, все, вся одежда, себе там мальчики. Да там, наверное, все мальчишки, наверное, набрали, не один ты. Конечно, кто-то сумками все тащит, это, блин, была бы у меня возможность, видишь, сумки нету, я бы и ноутбук забрал, ну, тоже с ним это, маленько можно это, спалиться. Ну так вот, представь, Софья поедет учиться, и ноутбук-то тоже нужен, да? Ну, тут спортивная семья такая живет, я витамины, чтобы он набрал, на дорогих. И... Ну, это-то понятно, конечно, витаминов он набрал. Ну, и футбольные майки, и хоккейные, тут... Ну, набирай, набирай все, Андрей, что можешь, бери. Все равно футболки всегда нужны. Ну, шорты, да, так взял. Ну, тут вещи качественные, конечно. Я офигел, когда зашел в комнату. Там прикинь, как они жили, да? И как мы живем, блядь. Вот они за это и бьются, что им... Они говорят, мы нормально жили, это вы сюда пришли. Ну, дом, ремонт вообще офигенный. Прям, знаешь, и беседка. Надо бы беседку как-нибудь перекинуть, Андрей. Вообще классно, камнем обложено. Да, я представляю. Угловой там, мебель, знаешь, такая плетеная вся. Значит, чтобы вот на улице. Саранг, по-моему, или как называется? Ну, вот такую. Плетеная мебель, как-то название какое-то у него. Если поедем в Сирию, потом хочу такую же беседку сделать у нас. Россия жадная страна, они нам платить-то не хотят, а тут вы это второй день в сауне паримся. О, нифига, я смотрю, у тебя голос повеселел. Там семья, живет, все такое. А спортивных костюмов там не было? Да все поразобрали. Надо было тебе, блин, взять спортивный костюм какой-нибудь красивый.